Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и мы продолжаем знакомиться с динозаврами, которые были добавлены в версии 1.6 обновления нашей игры. И время пришло создать гадрозаврида орнитопода, ребятки, это у нас майозавр. Давай, появляйся существо, майозавр, эпический динозавр, и переводится он как ящер хорошая мать. Вот такое вот забавное у него название. Типичный представитель гадрозаврид, клюв, нос, все как полагается. Также мог ходить как на двух, так и на четырех лапах, в общем-то. И был довольно-таки крупным, ребятки. 9 метров. 9 метров в длину мог достигать этот динозавр, да, и, в общем-то, они были обнаружены вместе с кладками яиц, наверное, и поэтому, в общем-то, есть такая гора Egg Mountain, такое место раскопок, то есть гора яиц, и там было найдено очень много, по-моему, около 200 гнездовий всяких, или 200 яиц, в общем-то, и эти динозавры еще жили большими колониями, такими, прям по 10 тысяч особей, представляете себе, 10 тысяч особей, одно дело это, когда 10 тысяч коров, а другое дело это 10 тысяч 9-метровых майозавров, вот такое вот у нас, короче, ребятки, существо. И вот такие у него какие-то над глазами, смотрите, рожечки маленькие, наросты такие есть. Так, существо у нас вот получилось 11, давайте можем даже создать 12. Я их, по-моему, выиграл в башне, не помню, где я их выиграл, майозавры. Так, больше нет, как говорится. Так, 2400 на 500. Ну, похоже на Эдмонта, да, то есть удар не сильный. Смотрим, есть двойной урон. Опережающий удар, отлично. Снятие отвлечения, нанесение урона x1. И скорость цели понижается. То есть очистка, да, так сказать, плюс замедление противника. Отлично. Ну, удар с подменой 1,5 урона. И можно на него подмениться. И 66% на оглушение. То есть не 50, а 66%. Обнаружение майозавра среди останков детенышей позволило установить, что крупные травоядные заботились о своем молодом поколении. После этого стало известно, что этот гадрозавр, чье имя означает «добрая мама ящера», вообще-то там заботливая, как ты мне вначале сказал, да, высиживал и растил свое потомство в крупных гнездовых колониях. Схожим поведением обладают некоторые современные виды морских птиц. Вот так вот, ребятки. Ну что, пойдем его проверять на прочность, так сказать. Так, вот такая вот у нас есть башенька. Я уже тут все насобирал, осталось собрать только баксы. Сейчас мы пойдем. Нам предстоит, по-моему, 3 битвы. 3 битвы. Это, то есть, какие-то уникальные башни, именно чисто под Китай, да, они и не эпические, непонятно какие они. А, нет, здесь нас ждет даже один бой всего лишь. Ну ладно, мы потом еще посражаемся. 9, 10, 11. Так, нет, стоит. Тебя мы не берем. Ты слишком жирный. Та-дам! Ну, начнем с нашего главного героя. Не, начнем со Спиннича. Потому что все остальные имеют обилочку на подмену. Оу, Эрлик. Ну, сейчас двойной урон прилетит. И это будет больно. Так, 622. То есть он меня пробьет. Своим обычным уроном. Тогда делаем вот так. Паралич. Черт, не на того подменился, на кого хотел. Оглушение сработало. И он умер от кровотечения. Так, Дилос. Было бы прикольно, если бы очистка вражеская снимала из нас невозможность подмениться. Так, еще ничего не могу подмениться. Он подменился, что удар и замедление. Ну, как бы по барабану.
Делаем вот так. Точно, у него же супер удар. Лечение, подмена. Еще это был опережающий удар. Вообще отрегенил полностью. Так, опять на спиннича. Так, ну ему сейчас будет хана. Отложенный урон. Так, это, конечно, довольно-таки забавно. Давайте, ладно, тогда вызовем вот этого парнишку. Он будет пошустрее Дилоса, правильно я понял? Он пошустрее. Делаем вот так. Так, 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 так. И нужно нам подмениться, а то мы сейчас еще майозавром не посражаемся. Это же непорядок. Они просто похожи, я перепутал первый раз. Надо майозаврика взять, блин, это досадная штука получилась. Все годорзавры на одно лицо. Так, исправляем маленький недочет. Вот взял майозаврика. И у нас уже следующий день. И значит, следующая башня. И будем продолжать сражаться вот в такой вот редкой башне. Здесь у нас уже довольно-таки некислый уровень противников. 10-11-12, да? Да-да-да. Команда «Битва под китайский Новый год». Так, команда существ родом из Азии. То есть, ну, без какой там конкретной фигни. Ну, вот так давайте будем идти. Начнем этот бой с майозавра, чтобы точно его уже не забыть. А там как пойдет. Ну, для подстраховки нужно брать уже кого-то. Типа трикозавра. Так, ну давай начнем с тебя. Вот такой вот у нас майозавр. Так, и против нас Дейна Хейр. Шустрый гад. Так, у нас есть опережающий удар. Ну, конечно же, двойной урон, почему бы и не шарахнуть. Но 1000 всего лишь прилетело. Так, а подожди, я, наверное, могу его качнуть. Я сегодня уже их пару штук поймал. Ладно, посмотрим. Давай, подменяйся. Всего лишь несчастных 136. Так, игуанодон, давай, родич твой. Паралич не сработал. Давай вот так. Так, нас замедлили. И мы замедлим, и останется все как и было, да? А, очищение прошло. Так. Но оно не сработало. Ясно. Паралич. Ну вот этот Эдмонтогуанодонт. Блин, повеселее, конечно. Повеселее, чем майозавр. Ну, конечно, он гибрид. О, крит. Ничего себе кританул. Почти два костаря. Ну, следующий. О, так, опять Дейна Хейр появился. Так, он шустрее. Вот так вот делаем. Прикольно. Блин, шикарный удар вот этот. Хилка, подмена, опережение. Вообще огонь. Так, процератомим. Нейтрализация, да? Добивай уже. Ох ты ж гад, смотрите, какая у нас чехарда тут идет. Неуязвимость, извини, друг, сегодня не твой день.
Так. Может, еще раз? На этот раз парализуешь. Опять не сработало. Ну, что ты будешь делать? Но опережающий двойной все-таки пробьет. Ну да, конечно, несчастных 500. Ну, мой завтра такой какой-то более стройный, да? Блин, опять этот парнишка. Ё-моё, я не могу подмениться. Ну ладно, хана нам. Ну, точнее, моя завру. Давай, с новеньких, почти как новенький. Ускоряй, не ускоряй, смерть не обгонишь. Итак, противники у нас вот какие. Это все у нас Азия, да? Тарбозавр, Арамбургериана. Правильно там? Арамбургиана просто. Да, ну и Синоцератопс. Ладно, блин, вот это, конечно, вечный паралич. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, Майозаврик. И кого бы взять? Кого бы взять? Ну, давай, пусть будет он. Начнем давайте с Мономима, который похуже, чем Процератомим. Тут надо уклоняться, пожалуй. Это было зачетно. Так, следующий удар будет послабее. Нейтрализация отлично, как раз против птерозавров. Вот это поворот. Так, подмениться он не может. Ничего не может. Добиваем. Еще и кританули. Шикарно. Насколько был Арамбургиана больше, чем наш Мономим. Мономим против него вообще как какой-то таракан. По барабану. Это нам по барабану. Кстати, да, и параличи, и всякая лабуда. Она очень хорошо. Ну, давайте, Майозавра, я понимаю, что его сейчас там тут растерзает Синоцератопс, но тем не менее. Оглушение сработало. Ну, ничего себе. Давайте вот такой удар. Паралич не сработал. Шикарно. Двойной. Блин, выжил гаденыш. Паралич есть. Значит, надо меняться. Давай на кореша сменимся. Паралич не сработал. Так, ну, по крайней мере, с ним уже покончено. Так, ну, у нас замедление осталось, да? То есть мы сейчас проиграем по скорости, кто бы ни появился. Даже Тарбозавру сейчас сольем. Ну, так я и думал. Надо валить. Ай, черт подери, я же не свалил. Ну, по крайней мере, подхилялся. Не, свалил таки. Бедолага. Так, ну иди обратно.
теперь мы, по крайней мере, уже пошустрее. Чё-то слабовато. А вот это больновато. Мы следующий удар так не переживем. Паралич. Паралич сработал, и это значит победа. Та-дам-та-дам! И вот такой вот у нас будет, ребятки, последний бой. Так, ну мне вот очень понравилось. Давайте пара молоха возьмем для, ну, для разнообразия, да, вот так вот пойдем. Но очень мне понравилось, да. Эдмонто Гуанодонт, как работает процертамим, да. Ну, майозавр такой себе, обыкновенный динозаврик. Чисто для коллекции. Так, ну давайте уничтожим первую жертву. Дейнахейр. Да, сколько у меня? 130. 131 скорость, ничего себе. Вот и все, следующий. Красаучек. Так, валим. Тадзянга, да, тоже нужен для многих гибридов, ну, точнее, минимум для двух. Его клетки нужны. Так, тут трики. Ну, это, в общем-то, было нам по барабану. Ну, контратака. Во, наконец-то проснулся. Да, все, в общем-то, добиваем. Ох ты, гаденыш, он подменился, нам кровотечение. Тыщенку на кровотечении потеряли, надо валить. Срочно. И давайте, может, его как раз парализуем. Давай, майозавр. Сработало оглушение. Сработало. Вот гаденыш. Дарвиноптер, да? Ну, и скафагнат будут примерно так же как-то выглядеть. Так, этот готов. У нас сейчас теперь еще есть опережающий двойной урон. Ну, блин, ну это всего лишь 1000. Немного. Ну, может, хватит? А, не хватит. Как-то 100 баллов не хватит. Надо его качнуть на следующий уровень. Если есть чем качнуть. А мы остались быстрее? Это как так получается? Ну нет, вот, блин. Заторможенная реакция, и мы потеряли майозавра. Мы его потеряли. Давай. Уничтожь. Вот это я понимаю. Полторушечка сила удара. Вот на этом теперь, ребятки, уже точно все, да, протестировали нашего динозаврика. Ну, обычный себе такой динозавр, у него неплохо жизнь, довольно слабый удар. Так в целом, в принципе, неплохой. Неплохой себе эпик, да, ничем так шибко, конечно, не выделяется. Разве что подмена с параличом и вот этот уникальный двойной урон. Конечно, если бы у него был урон выше, это был бы, наверное, хороший такой динозавр. А так, коллекционный. На этом все, до скорых встреч.